Герой и вратарь на месте. Попало, по-моему. Уже надо бежать обратно. Фигеро с мячом. Убирает туса. Удар мимо. Паниус воспользуется лично и да. Фигеро сейчас тоже обрезает свою команду. Сейчас Александр закончил. И, по-моему, пора уже забивать командам. Мне, друзья, сейчас. И... Здорово, как обманули, даже меня не получится забить. Сейчас здорово, как. Очень опасно столба дрожжевки. Александр прорывается, удар. 1-0. Девелопер забивает наконец-то гол. Все становится 1-0. Пользу это. Обработка у Дениса мяча. Снова скидка, ковш. А-а-а, что-то другое. Или будет розыгрыш, посмотрим. Хороший разбег. Удар в угол, здорово. И на поленник с мячом. Может, будет уходить, наверное, в план. Нет, уходит в центр, здорово, под левую. Здорово пробивает. Это Стас Незавичный. Куз перекладывает мяч. И снова 2 в 1. Уткин. И борется с мяч. Шаповалов тоже. Мургал. Надо пробить. Фигероа убирает. Кок. Кириченко отбивает. Денис Кош нарушил правила. Интересное, интересное решение. Хорошо заброс на уличный дым. Здорово, какой удар в одну косту. У меня просто такое... И Александр У забивает гол. Да, я. Медведь повезет. Да, сейчас отдает Фигеро. Удар, что? Перекладина не было в уличной игре. Не отбивал с мячом. Удар. Выпускает мяч в атаку, но мяч надо разгонять атаку. Фигеро, передача на Мургу. Мешает. Нет, Кириченко. И снова Кириченко. Фактур, это футболист, 99 номер уличной игры. Мурга, Фигеро. Леник Александр прорывается. 1-1, решать надо. Передача назад Рожевского. Рожевского. Мурга. Надо бить, надо бить. Шапает у него. Шаповалов. Удар, здорово. Мурга, Руслан сейчас поднимает руку. Он, видимо, будет бить сейчас. Очень большой разбег. Удар. Выше, выше ворот. И команда девелопов продолжает сражаться. Что это миг-зоне Кирилл Войкин. Его команда сегодня победила. Во-первых, поздравляю вас с победой. Спасибо. Достойная победа, очень интересная игра. Скажите, как вам соперник? Все-таки это представитель Суперлиги прошлого турнира. Да. Как вам было играть? Как настраивались? Какие слова находили для своих футболистов? Ну, это было несложно. Во-первых, мы уже играли с этой командой два раза. Один раз мы выиграли, но там был не тот состав. Второй раз мы проиграли. Мы и с того момента они играют, в принципе, так же. Мы их подучили. Мы сами немножко усилились. Игра была прекрасная, считаю, он без центра поля. Примерно как и было с Прометеем. Но было меньше голов, но мы тоже выиграли. На самом деле, очень сильно повлияло на настрой прошлого поражения наше. Абсолютно безвольное. Очень плохо читать иногда обзоры. Читать хвалебные отзывы. У некоторых загружилась голова. Такое впечатление, что мы не любители, а действительно звезды. Поэтому сегодня... Более простым составом, но с большим настроем мы выиграли, ну, на живых, можно сказать. Просто и перебегали, в том числе, команда на желании. Ваша команда, как я считаю, очень, очень сильно прибавляет, прогрессирует. Она раньше выступала в бронзовой лиге, сейчас да. Вы в голде. И вы очень достаточно верно здесь. Поделитесь своими ожиданиями от голд-лиги. Какие у вас амбиции? Где хотите оказаться в конце? Ну, мы уже оказались там, где мы хотели, в голд-лиге. Очень в этом году ровно голд-лига, такого как... Ну, в том году тоже было более-менее ровно в прошлом турнире, но в этом раз очень много ровных команд и по очкам, и по набору, и по показанной игре, поэтому мы ничего не будем загадывать, будем играть от игры к игре. Ну, это очень простые слова, но неверные, то есть тут ничего больше для победы не нужно, мы не будем ничего загадывать, будем смотреть в конце. Главное свое не терять, играть, все.
Спасибо большое, это был Вокин Кирилл. Всего доброго.